мы давно не выступали вместе, честно говоря. Мы договорились так, Лида, что я выйду, когда уседусь, и скажу, что это вот замечательный... Это блестящий музыкант. Музыкант, вот, да, я уже приготовил свою репризу и хотел сказать, что среди моих знакомых моего возраста блестящих людей довольно много, но я никогда не комплексовал по этому поводу. А однажды даже все мои сомнения, какие, может быть, и могли бы случиться, развеяло гримерша на телевидении. Я сел к ней в кресло перед какой-то съемкой, она говорит: «Ой, у вас много лица». Да много лица, это уже немало волос, это другая история. Да. Не до звук. Евгений Николаевич Быков сейчас пока пристраивается, я расскажу, что мы будем, собственно, делать. Мы сейчас покажем вам еще одну ипостась творчества Виктора Семеновича Берковского. Это женские песни. Виктор Семенович писал не только мужественные песни, но и женственные. На трогательные женские стихи, преимущественно несчастной любви. Вот эта сторона его творчества, она, в общем, мало исследована и мало кем исполняется. Вот мне Виктор Семенович лично вручил этот репертуар из рук в руки, причем в ситуации примерно такой. Вот фестиваль авторской песни, юная исполнительница становится лауреатом. Подходит к ней председатель жюри Виктор Семенович Берковский, говорит: «Лидочка, ну вот такая талантливая девочка, ну что же вы ерунду-то всякую поете? Песни надо петь хорошие, мои». И возразить на это совершенно нечего было мне в тот момент. Может быть, сейчас бы я и нашлась, но тогда нет. Виктор Семенович был такой очень харизматичный и убедительный человек. И вот таким образом, нехитрым, в моем репертуаре оказались такие вот девичьи песни, которые вот как раз предназначались для исполнения вот молодыми девушками. Первая песенка на стихи Ларисы Рубчук. Еще тише монитор. У нее более серьезные проблемы, вы сейчас это почувствуете. Я сегодня одна.
фонари надо мною зажглись, клёны желтые звезды сбросили. Я беру на память осени желтоватый в морщинках лис. Ла-ла, 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 пам-пам-пам. Ла-ла, 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 пам-пам-пам. Кто-то шепчется там во тьмах, бродит парочки вереницы. Это счастье, быть может, снится мне только в самых секретных снах. Я бреду сквозь кленовые круги,